Добрый день, подписчики моего канала и все те, кто ко мне зашел на огонек. Сегодня я своих домочадцев хочу побаловать пельмешками. Вот я замесила тесто, фаршик у меня уже готов, свининка, курочка, много чесночка, лука и картошечка. Сейчас приступим к лепке пельменей. Все тесто я разделила на несколько лепешек, чтобы удобно было раскатывать. И сейчас с помощью скалки я буду раскатывать первый колобочек и специальная форма для нарезания кружочков. Вот такой пласт раскатанный у меня получился. Очень тоненькие сочни для пельменей с помощью формы. Формочка очень остренькая. Вот, посмотрите, я вам поближе ее покажу. Специальная форма для лепки пельменей. Вот что у меня получилось. В серединку каждой формочки, кругленькой, маленькой, я положила фарш. Фарша я не жалею, чтобы пельмешки были вкусненькие, а сочинки были тоненькие. Сейчас я буду все это облекать форму, чтобы получился красивый пельмешек. Первая досочка пельмешков готова. Вот на такую разделочную досочку у меня поместилось 40 штучек пельмешков. Ой, устала вся. Вот сколько пельмешков я налепила. Больше 200 штук. Сейчас эти все досочки пойдут в заморозку. Ну, а в субботу ко мне приедут дети. Я им сварю таких вкусняшек. Приглашаю вас в гости. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. До новых встреч!